2019 год. Никто не ожидал. Мало кто верил. Никто не думал, что возвращение состоится. Да еще и с такой пафосной дикторской озвучкой. Юниор Лига КВН. Йошкар-Ола Эдишн. Региональная общественная организация КВН Республики Мариэл. Можно в этом месте поаплодировать, что надо есть. Основной целью мы поставили для себя создание КВН движения в нашем городе, да и в нашей республике в целом. В декабре прошлого года мы совершили первый серьезный шаг к нашей цели. Мы провели мероприятие и будем проводить мероприятие в дальнейшем под названием «Кубок мэра города Йошкар-Олы по КВН». Вот здесь можно поаплодировать, особенно те, кто был тогда на этой вечеринке. Сегодня же мы готовы совершить серьезный шаг навстречу развитию школьного КВН. Я рад вас приветствовать на первом фестивале юниор-лиги школьных команд КВН города Йошкар-Ола. Прекрасно, отлично. Весеннее настроение. И сейчас, перед тем, как мы начнем наш фестиваль, я хочу произнести сакраментальную фразу, которая сидит сейчас, наверное, у каждого из вас в головах. Мы начинаем переживать, вообще весна будет или нет. Вы видели, какая вчера погода была? И мы решили приблизить тепло. И мы начинаем КВН.